Последний раз реконструкцию в детском парке на улице Сосина делали в начале 2000-х годов. Тогда там появились новые дорожки, скамейки и детский игровой комплекс. Вопрос обновления парка стоит уже несколько лет, и сейчас его реконструкция идет полным ходом. У нас провели все демонтажные работы, это 90%. Сейчас ведутся уже строительные работы. Это прокладка электрического кабеля для освещения, площадки с резиновым покрытием, это дорожки с гравийные и брусчаточные будут. Самым сложным, по словам Василия Ласточкина, было найти поставщиков и закупить материалы. Работы на объекте идут без отставания от графика. И совсем скоро здесь начнут устанавливать игровые комплексы, спортивные площадки и зоны отдыха. В проекте реконструкции учли и пожелания горожан. Амфитеатр будет там для прогулок, будут скамейки также будет. Справа от нас это будет гравийный, тоже прогулочная дорога. Вдалеке будет площадка для выгула собак. Во время подготовительных работ в парке вырубили несколько десятков деревьев. В основном это были аварийные или сломанные растения, вместо которых в парке появятся молодые саженцы. Благоустройство парка планируют завершить к началу октября этого года. Екатерина Шмакова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».